делать с информационной войной? Что? Против нее есть чудовищные силы оружия. Мы пока его в полной мере не используем, хотя начали. Не обращать внимания. Вообще? Вообще. Знаешь почему? Почему? А на кого оно рассчитано? На российское население мы видим, что эффективность в этом аспекте близка к нулю. На жителей западных стран, западные страны, все наши враги, совершенно независимо от того, что говорит ООН, это уже сделано. Ну, это факт, боюсь. На жителей Китая и Индии не поможет, не действует.